Житель Тольятти Михаил Чернухин свое субботнее утро решил начать с прививки от коронавирусной инфекции в центре отдыха Тольятти Азот. Про акцию «Здоровая суббота» узнал от коллег по работе. Хотели на работе прививки делать, потом направили сюда. Это мне удобно. На машине приехал, укололся, поехал. В Тольятти уже более 290 тысяч жителей сделали прививку от коронавирусной инфекции. Администрация города постоянно организует пункты вакцинации на разных общественных площадках, где привиться может сразу большое количество желающих. Процедура такая же, как и в больнице. Сначала врач осматривает пациента, потом, если нет противопоказаний, ему вводят препарат. В доме отдыха Тольятти Азот развернули сразу 5 пунктов вакцинации. С 8 утра до 4 вечера все желающие старше 18 лет могли привиться вакциной «Спутник Ви». Граждане активно вакцинируются, да, и по очередям в поликлиниках мы это видим. Поэтому и решили реализовать такой проект, где все желающие без толпы, а здесь зал большой, позволяет принять большое количество жителей. Жители Тольятти такой инициативы остались довольны. Удобнее, чем в поликлинике. Там место все сжато, народу много, все в толпе, а здесь вон какой, как хорошо. Никуда не надо ехать, близко от дома, никаких очередей, все рядышком. В поликлинике народу много, заразиться боюсь. Напомним, сегодня в регионе работают 173 стационарных прививочных кабинета на базе больниц. 10 из них круглосуточно. Никита Колосов, «События».